Что это за звук? Никого нет, не бойся. Поехали ко мне. Прошу тебя. В ночной рубашке? Да. Бура, ты правда хочешь жениться на мне? Не обижай меня, Назан. Как еще можно доказать свою любовь? Давай поженимся. Немедля. Моя семья не примет тебя. Особенно мама. Никогда не примет. Ты очень отличаешься от нас. Что это значит? Это правда, Бура. Они не примут тебя. Выходит, ты меня не любишь? Люблю, конечно. Если ты действительно любишь меня, ты не станешь слушать родных. Ты пожертвуешь всем, чтобы выйти за меня. Я пойду, а ты ложись. Саваш. Я должна тебе кое-что сказать. Я совершила большую ошибку. Я сказала маме, что ты ко мне не прикасаешься. Прости меня. Но она снова давила на меня, что я не беременна. Вот я и проболталась. Я не знаю, как выпалила это. Ладно, не беда. Мама обязательно расскажет папе. Я очень боюсь, что они опорочат тебя. Нет. Я расскажу Ясмин правду, Чичек. А потом приду к твоему отцу и скажу, что люблю другую. Что? Будет скандал. Ну и что? Хватит уже. Так дальше нельзя. Нельзя жить в такой лжи.